9 лет прошло с начала запуска федеральной программы «Родовый сертификат». Ее главной целью было повысить материальную заинтересованность медицинских учреждений в предоставлении качественной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов. Благодаря этой программе беременные женщины получили право самостоятельно выбирать женскую консультацию, родильный дом, а после родов – детскую поликлинику. В Воронежской области в программе участвуют 55 медицинских организаций, в том числе известный роддом «Больница Электроника». Высокий профессиональный уровень и качественное оказание услуг позволили этому медучреждению быть очень востребованным, а значит, его выбрали максимально возможное число пациенток, которые с помощью родовых сертификатов как бы проголосовали рублем. Родовый сертификат дает очень много. Это дополнительная и заработная плата для сотрудников. Это, конечно, и расходные материалы, которые на сегодняшний день имеют очень большое значение в нашей медицинской практике. И самое главное, это, конечно, возможность приобрести новое современное оборудование, которое позволяет осуществлять более квалифицированную и более своевременную помощь нашим дорогим женщинам. Татьяне Шамадиной есть что сравнивать. Первый раз она здесь рожала 13 лет назад. Я считаю, что, конечно, уровень намного вырос вот именно по оборудованию, по всем, вот как бы то, что касается дородовый период, ну, когда я тоже обращалась под наблюдением, все как бы оборудование высокого качества, специалисты тоже все очень такие грамотные, отзывчивые. Ну, меня как бы вообще все устраивает. С программой «Родовый сертификат» руководство электроники связывает дальнейшие планы по обновлению медицинской базы, освоению передовых технологий, что позволит поднять качество оказываемых услуг на новый уровень.